Привет, друзья, с вами Жора. Сейчас пришел с почты и забрал такую огромную посылку. Здесь одежда Road to the Dream. И сейчас распакуем, посмотрим, что там Игорь прислал. И погнали. Наш пакет нереальных размеров, весь грязный. Почта России старается доставлять все очень чисто. Ну так вот, раскрываем. Аккуратненько, самое главное, чтобы не повредить содержимое, да? Так, у нас в пакете еще один пакет. Уже белее намного. И что же там? Ну, ясное дело, одежда Road to the Dream, а в частности заказывал я толстовку. Вау, ребята, пакет Road to the Dream. Просто так раскрыть не получится, поэтому... А, или получится, стоям бы. Так, раскрываем. Да... Моя толстовка. Оу, браслет. Подарок браслет, ребята, идет. Будет у меня на правой руке. Так, ну что, раскрываем толстовку. Смотрим, что как вообще по качеству. Так, заказывал я, кстати, М-ку на рост 174. Ну, мне все нравится. Шнурок тут есть. Капюшон, хорошечно. Здесь у нас карман. Вот такой сквозной. Сквозной карман. Резиночки есть на рукавах. Резиночка есть у нас на заднице, значит, где пояс, да. Так, ну и что, давайте, наверное, примерять. Сейчас померяем. Ребята, я заглянул в пакет, и там оказалось еще, короче, смотрите, три наклейки, черный браслет еще. Помимо моего белого, который я надел уже, да, здесь есть еще и черный. И там что-то еще. Значит, картоночка такая. Что тут написано? В основе каждого великого достижения стоит мечта и тяжелый путь к ней. Road to the Dream – это движение людей со страстью в сердце и жаждой к лучшей жизни. Это те, кто действует, несмотря на преграды, и помогает другим преодолевать их. Каждый раз, надевая одежду РД, помня, одержимые мечтой люди меняют этот мир, и теперь ты один из них. Круто вообще, ребята. Не ожидал, что будут еще такие презенты в виде наклеек второго браслета, да? Как бы вообще кайф, кайф. Примеряем. Теперь осталось только примерить. Вау! Ну все, я, короче, оделся. Она оказалась мне чуть большеватая. В рукавах по кайфу. Все нормально. Здесь она чуть-чуть вот такая вот. Хотя она должна идти по телу, облегать как бы тело, туловище, да? Вот так. Ну ничего, как сказать, на вырост, да? На вырост. По толстовке никаких претензий, в принципе, нету. То, что чуть большеватая, да, М-ку заказал. Ну, да, вот есть тут, конечно... Ну ничего, на вырост, как бы, массу наберу, и все, и будет мне как раз. За подарочки вообще плюс, три наклейки, одна из них будет красоваться на моем рабочем столе, чтобы мне было приятно, как бы, да, работать, и смотря на вот эту наклейку, я буду вспоминать, зачем я вообще в этом мире, да, и что мне осталось выполнить. Чтобы я не откладывал на потом. Браслеты вообще отдельный случай. Это просто прикольно. Это просто прикольно без слов. Игорь, спасибо, что промотивировал меня. Я снимал видео 3500 отжиманий за неделю. Игорь, это все ты. Это все ты меня смотивировал. Я на протяжении одной недели отжимался в день по 500 раз. Первые 4 дня давали сложно, остальное уже на изи. Вот здесь будет мое видео. Жмякайте. И смотрите видео. Ссылочка на канал Игоря будет в описании. Ну, вдруг кто с ним не знаком, да? Заряжайтесь его позитивом, его мотивацией. Заказывайте одежду. Я, по крайней мере, остался доволен. Ну и на этом все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка в описании. Ждите новых видеороликов. Скоро увидимся. Пока!